Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор недефрагерского компетишена. И такое тоже может и будет случаться. Это у нас, значит, как мы видим, карта называется Dark Fortress. Вармап Рефлекс Рейс чемпионата мира, на котором я тоже участвую и надеюсь показать хороший, достойный дефрагера Вася результат. Поэтому у нас есть, как мы видим сверху, счетчик 9 минут, чтобы посмотреть эту карту. Давайте ее посмотрим. Я прямо совсем подробно разбирать карты не буду, но я думаю, что ну, по демкам как бы все посмотрим. Итак, начинаем мы со старта. Я себе поставил, кстати, звуки Дума вместо ихней модельки. Так что, да. В общем-то, начинаем со старта. Тут бесконечное количество раз всегда обходится, но правилами запрещено пересекать его дважды, задействовать дважды, либо как-то обходить и так далее. В общем-то, скачем. Видим сразу тут у нас три варианта. Либо здесь. Так, я как-то погромче сделаю. Еще там у нас 0-1. 3. О. Значит, три варианта. Либо здесь мы прыгаем, либо прыгаем здесь, либо прыгаем по лесенке. Далее у нас сразу видно срезы. Даблджампим по окнам. Туда вперед. Сверху бегущая вот эта кардиограмма. Это аналог примерно аксельметра, который в дефраге у нас есть. Тут у нас, значит, тоже срезы. Тут мы просто бежим. Здесь тоже везде можно прыгать. Прыг-скок. Сломанный детализированный такой мостик прикольненький, в который можно упасть. Кстати, туда падать не будем. Не долетел. Ладно. Прыгаем здесь. Не долетел. Эх, Вуди, стар. Так, здесь долетели. Здесь, значит, отсюда можно срезать сразу туда. Поэтому в демках увидимся. И здесь тихонечко нужно как-то до туда долететь. Давайте попробуем. И здесь мы, значит, тоже прыг-скок. Здесь у нас палочки слева, по которым тоже можно прыгать. Сверху там очень-очень большие нагромождения. Давайте сейчас их подробнее посмотрим. Здесь, значит, можно сделать трипл джамп, непривычный нашему глазу. Здесь, в принципе, тоже. А, нет, здесь нельзя. Здесь не долетим. Окей. Ну, либо делаем здесь трипл джамп, либо делаем здесь дабл джамп и несемся туда. Куда-нибудь. Видимо, что есть здесь проход. Ой-ой-ой. Так, еще раз. Хотел второй проход показать. Так, здесь мы просто так забрались. Даблджампим сюда. Здесь мы можем тихонечко вот сюда пройти. И здесь у нас второй проход. Бежим. Здесь мы, как видим, появляемся сверху, да, там вот старт у нас, здесь мы бежали в начале. Ну и здесь, собственно, финиш. Можно пропрыгать здесь, можно пропрыгать более продвинутым путем по этим всяким столбикам. Ну и финиш, собственно, 2 минуты 38 секунд. А, давайте я примерно быстренько пробегу. И все самое интересненькое мы посмотрим уже в демках. Эти обзоры я не буду шибко долгими делать, просто буду держать в курсе вас, в курсе событий, так сказать, потому что основное время все равно будет уходить на создание обзоров по дефрагу. Жаль. Скок, здесь мы не долетим, поэтому пойдемте играть сюда. Так, хоп, как долетели. Хорошо, ну, вот примерно такой вот, так скажем, common route, который можно пройти. О, еще мимо прыгнул. Ой-ой-ой. Ну, срез здесь очень много, ребят. Учитывая, что это другая немножко физика, немножко другая механика, здесь реально надо думать абсолютно не по-дефрагерски.
Во-первых, мы можем пропрыгать здесь. То есть здесь у нас чего? Здесь мы там делаем даблджамп, потом сделаем, точнее, триплджамп. Здесь делаем, по-моему, тоже трипл получается, то ли дабл. Наверное, трипл больше. Делаем прыжок здесь. Так, я сюда что заберусь? Так, хер там заберусь. Шо, волкер, отстань. Хоп. Ну и, в общем-то, не буду там забираться, потому что здесь надо все на скорости. Видите, как жестко тут все. Мы делаем прыжок здесь даблджамп, и туда дальше летим, контролим жестко вообще себя, и такая вот, собственно, карта. Кому интересно, можете, она, по-моему, в общий доступ должна попасть. Кому интересно, у кого есть мало ли рефлекс, пожалуйста, скачивайте, играйте. Стоит он 250 рублей, если что, в Стиме. Ссылка есть в описании ролика, который я до этого делал про рефлекс. И да, тут еще все в клипе, нигде здесь ничего не срезать. Ну, по идее, да? То есть все, что майперы могли, они все у нас обрезали. Ну вот, в общем-то, такая карта. Давайте посмотрим демки. Демки у нас будут со стрима Крэзиала, который стримил как раз-таки типа финал раунда. У них, видимо, так положено, они стримят. Ну, как и ДФВЦ, в общем-то, у нас были стримы, да, сразу после окончания. Здесь, к счастью, на мою таймзону выпадает чуть пораньше, поэтому очень даже ничего. В общем-то, давайте посмотрим. Итак, сразу я приготовил все, естественно. Я демки не буду смотреть с себя, потому что там очень муторно, какие-то надо тайм-коды вводить и так далее. Давайте просто посмотрим их стрим. Заодно можете подписаться на этого человека. Достаточно прикольно у него стримы бывают, классную музычку гоняют. Я буду, наверное, немножко подматывать 5 секунд, пока они... Они просто что-то болтают, там болтают. Я не думаю, что это прямо сильно важно. Там Дональд, там Крэзиал, там Лола Грейт, сам зачинщик, так скажем. По-моему, кто-то еще у них сидел. Но это не точно. Так, куда, когда он побежит, давай сразу. А, вот он побежал. Значит, это вот здесь, да? Это у нас 13 место, всего 13 игроков. Вот он побежал. И большинство... Тоже звук погромче сделали. Большинство игроков в рефлексе играют без худа. Как ни странно, я не знаю, с чем это связано. Но большинство играют просто без худа на ощущениях. И топовый стрейфер у них есть, HT Prankster. Мы, по-моему, его демку тоже посмотрим. Она тоже записана без худа. И, кстати сказать, он очень круто стрейфит. Он реально топовый стрейфер местный. Типа местный Аркалон, так скажем. У нас, значит, кто идет? Найт Тулху. У нас 12 место. Так, вот он здесь побежит. Нет еще. Это... Ай, что, пробежал уже? А, Найт Тулху не показывали, что ли? А, мы, да, почему-то, видимо, дем, то ли демка слон, то ли чего. Понятно, почему. У Шаркости тоже классный чувак. У Шаркости, зайдите обязательно к нему на стрим. У него такие звуки прикольные, просто сидишь и угораешь. Видно сразу, что Шаркости, значит, прыгает уже получше как-то, как бы удерживается, так сказать, в зоне получше. Он играет с худом, насколько я видел по стримам. Вот он выполняет эту срезу как раз. Комментаторы там тоже его хвалят, и я, в принципе, тоже хвалю, потому что это не совсем прямо изи среза. Вот 6.8 у нас 12 место. Давайте пойдем дальше. Так, ой, далековато мотнул. Крэзиал, собственно, владелец этого канала, на котором шел стрим. Тоже очень классный чувак. Вообще все рефлекс-рейсеры, они такие, знаете, добродушные,
Никого не обидят. У них вот среза, про которую я говорил в самом начале, тоже очень такая достаточно трудная. И уже гораздо быстрее тут роут 24.8. Хорошо. Very nice, да, согласен. Согласен, very nice. Так, Куала сейчас побежит. Все ребята реально очень и очень добрые. Хотя бы просто поддержать, можете зайти к ним в Discord, я ссылки все оставлю в описании. Или просто последить, так сказать, за процессом. У них такая реально мини-фэмили. Если вы думаете, что Defrag мини-фэмили, то вы ошибаетесь. Reflex это мини-фэмили, потому что у них реально, если у нас есть говнари, которые там аутисты какие-то, то у них такого даже нету. Они даже не заводятся. Не знаю с чем. Все тоже очень крутая демка. Но сейчас, насколько я помню, будет фрейма дрочь. Сейчас они будут смотреть второй раз его. Но мы смотреть второй раз не будем. Мы будем смотреть Destiny is over. Где-то вот тут стартует. Так, пошел. У нас 11-е, по-моему, место уже, или 10-е. Но это warm-up раунд, за него ни очков, ничего не дают. Это просто, типа, открытие, так сказать, рефлекс рейскапа. То есть ничего такого. Здесь вы не выиграете, ничего такого. Так, там какие-то... Это, по-моему, кстати, Торнер. Это наш земляк, это, значит, наш коллега. Это Торнер прыгает. Тоже очень круто. Причем распознал его Димон, то, что это Торнер, у него, видимо, по-русски написан Steam, или Name, как там по-русски написано. Тоже очень классно прошел, 24.6. Далее у нас идет Doombro. А где-то тут. Опа. Давайте уж с самого начала, не будем так перескакивать. Я надеюсь, реально, многие дефрагеры, надеюсь, поддержат, либо те, у кого есть возможность, потому что у них реально очень небольшое комьюнити, и я хочу вот данными обзорами их поддержать тоже, потому что ребята реально очень и очень классные, очень добрые. Опа, что за лодка? Эй! Что ты? Так, еще раз. Да, вот все. Нет, не все хорошо. Давай чуть дальше. Нет? Хорошо, есть. Да, 24.2 он, в общем, поставил. Не знаю, что-то, видимо, у них залагала там трансляция. Опа, Квазар. Вот. Тоже интересно. Квазар. Он играл, вот Дональд на фоне рассказывает, что он играл в РВЦ 18, по-моему, или 17, ли он сказал. И является Варсоу игроком. И для Варсоу игрока на самом деле он очень даже неплохо поднялся и на рефлексе. И в рефлексе, я имею в виду, и на... И в дефраге. Почему на? Просто бред. Будет вырезать. И здесь тоже такая достаточно сложная среза. Худ. Многие, возможно, сейчас задаются вопросом: эй, это же худ из мувика Капкорба. Да, они просто взяли и перепилили себе худ. И этот худ, то что вы и у меня видели, этот худ можно перенастроить, переместить, наклоны везде, этот тряску сделать какую хочешь. Это вообще очень классно. Здесь кастомизация по полной. Пятое место сейчас Turbo, это Dex. Да, Dex тоже участвует, поэтому, ребята, кто хочет с Dex'ом, значит, забазарить, так сказать, за ништяки, милости просим. На карту вообще Dex не смотрит. Мы это отмечали с Димоном тоже. Very good speed.
делает срезу. Тоже очень много скорости здесь набирает. 23.7. Изи для Декса. Очень классная демка. Они посмотрят ее еще раз, по-моему. Так, и вот Пранкстер. Тоже классный чувак, вообще Пранкстер. Просто офигенный чувак. Вот Пранкстер играет без худа. То есть без... типа без аналога нашего, нашему Цигазу. Очень круто. Реально очень круто. Без худа так ориентироваться. Это вообще очень круто. У него наиграно, я посмотрел, у него наиграно 2500 часов. Типа очень жестко. Так, Адриан, мы посмотрим еще раз, да, его сейчас? Или что? Да, вот они смотрят. Адриан пошел. Адриан тоже участвует. Я думаю, что он... ну, я надеюсь, что все дефрагеры, которые начали, там Пус еще, скажем, затесался. Но его здесь нет, он не отправлял демку. На вармап мало кто отправил. 13 человек всего. Такая вот среза. Срезал, давайте еще раз посмотрим. Срезал, очень круто, на самом деле, нашел срезу, я ее не видел, я даже когда вот карту показывал, что-то про нее забыл. Ну, вот так вот, необычно взял и срезал у нас Адриан. Они там говорили на стриме, что вроде как тестили, но эту тему не нашли. Давайте еще раз посмотрим. Некоторые демки они по два раза крутили. Это у нас третье место. Я сидел, я так нервничал, типа, третье место, Адриан, значит, я где-то, я топ-2, я топ-2, ура. Иви, это у нас второе место, Найт очень жесткий, он настолько жесткий, ребят, вы не представляете себе, с ним лучше вообще не шутить. Найт, вы его также можете в дефраге видеть, могли точнее, он очень жестко катает. ADR, считай. Да, тоже перестрейфил здесь Адриана, Найт. Но Найт очень жесткий, у него пушки просто огонь. У меня вот соперник, как говорят, Найт это будет мой соперник. Так, ну и первое место, конечно же. Здесь с консолью. Я скинул две демки им. Давай, грузись, Пич, пожалуйста, не лагай. Я им скинул две демки. Одна вот экстра они сделали. Они решили показать обе. Суть в том, что здесь я отправил им обычную и со срезой. Я не знал, будет ли легитимно с такой срезой, типа. Но, ну, послал обе, они решили обе показать. Сейчас посмотрим. Это у нас экстра, это без срезы, по-моему. Или со срезой. Буди вармап затащил просто. Царски я затащил вармо. Да, это без среза, я просто прыгаю. Just shit, tons of speed. И вот так вот я срезал. 23.4. Сделал. Там они говорят что-то. Ла-ла-ла, мы знали, ну типа догадывались, что это какая среза должна быть. И вот сейчас он говорил, что у нас есть два Woody реплея. И покажет сейчас второй. Да, и вот это вот со срезой, я нашел спейсинг, и так как в рефлексе возможны трипл джампы, я просто взял и сделал трипл джампа в лесенке, срезав абсолютно всю карту. И получилось даже быстрее, чем у Адриана, 10.0. 9, хотел сделать 9, но там спейсинг совсем не позволял, как-то жестко. Вот
просто сделал трипл джамп в лесенке. И следовал. В общем, вот такие демки, они там покажут, посмотрят эту демку еще раз 10, по-моему, ну очень что-то часто ее крутили, ну параллельно они там разговаривали. В общем-то, все, ребят, такие вот небольшие обзорчики будут, я надеюсь, вам понравилось. Если что, присоединяйтесь обязательно в движуху, в любой момент уже без регистрации Lollagrade изменил правила. И без регистрации можно начать с любого раунда принимать участие. В общем-то, все, ребят. Всем большое спасибо. Всем удачи. И, кстати говоря, я завел Patreon. И кому интересно, кто желает поддержать мою деятельность, милости прошу. Ссылка также будет в описании. Уже большое спасибо, огромное спасибо патреонам, моим патронам, как говорят, да? Это Зупер Зучи и Сити Хабиб. Огромное им спасибо за поддержку. Если у вас тоже есть возможности и желания, пожалуйста, заходите. Буду очень рад. И для патронов будет выходить видео, обзоры, ну, какие-то крупные такие видосы. Для патронов будут выходить на день раньше. Я буду скидывать именно в свой патрон туда ссылки. В общем-то, все, ребят. Всем большое спасибо. Всем удачи. Не забывайте стараться лучше.